В Магадане прошло собрание кандидатов в шестой состав Общественной палаты. Всего заявилось 39 человек. Это представители малочисленных народов Севера, ветеранов войны, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, предприниматели, врачи, люди, которым не безразлична жизнь Магадана. На собрание из числа желающих выбрали 11 человек. Еще 5 человек выберут депутаты городской думы. И 5 изберет мэр областного центра Юрий Гришан. Ни одна из тех проблем, вокруг которой созданы ваши общественные организации, не может быть решена только путем государственного участия. Все это можно решить только тогда, когда вместе работает общество и государство. Поэтому такое внимание к работе общественных организаций уделил и Владимир Владимирович Путин. Общественная палата существует 12 лет. За это время были решены вопросы местного значения в экономической области, повышение качества медицинских услуг, контроля качества местного самоуправления, социально-экономического развития города и другие. Шестой состав общественной палаты приступит к работе в ноябре 2020 года.